1812 году на Бородинском поле под Москвой столкнулись две армии – русская и французская. Наши сдали все свои позиции, отступили и все-таки оказались победителями. О том, как это было, рассказывает наш отважный солдат. Воевать, чтоб я родину смог защитить, чтоб врагу не пройти, ни за что не прорвать солдатские наши ряды. Не допустим в России беды. Здравия желаю, ребятушки. Ну вот и еще одну военную историю вам сегодня поведаю. Я ведь вот что думаю. Если каждый мальчишка будет помнить о подвигах своих дедов, то нас никаким трудностям не сломить. Никакие враги нас не одолеют. Вот мне, когда трудно, я сразу битвы вспоминаю наши. Вот, скажем, Бородинское сражение. Ох, и досталось нам тогда. Войска Наполеона в начале войны были сильнее русской армии. Наши командиры выбрали тактику затяжного отступления. Мы хоть и сдавали свои позиции, но сами сдаваться не собирались. Мы долго молча отступали. Досадно было. Боя ждали. Ворчали старики. Что ж мы, на зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры чужие зарвать мундиры, а русские штыки? И вот нашли большое поле. Есть разгуляться, где на воле. Построили редут. Это стихи Михаила Лермонтова. Он, правда, не воевал в то время, но очень точно описал то, что чувствовали тогда русские солдаты. А поле нашел наш главнокомандующий Михаил Илларионович Кутузов. Русское войско расположилось между двумя смоленскими дорогами, старый и новый. Только по ним неприятель мог направиться в Москву. Какое село? Бородино, служивый. Бородино. С правого фланга наши позиции защищала река Колоча, а с левого – лес у деревни Утица. На правом русском фланге стояла армия Барклая. В центре была артиллерийская батарея под командованием Раевского. Левый русский фланг защищали солдаты Багратиона. А вот здесь, у деревни Семеновской, соорудили специальные артиллерийские сооружения. Назывались флеши. Общая численность русских войск составляла 154 тысячи человек. Среди них 11 тысяч казаков и 28 тысяч ополченцев. Так называли защитников, которых набирали из гражданского населения. В распоряжении русской армии было 640 орудий. У Наполеона было 133 тысячи солдат и 587 артиллерийских орудий. Битва началась в половине шестого утра. И только небо засветилось, все шумно вдруг зашевелилось, сверкнул за строем строй. Так писал Лермонтов, поэт наш, о дне Бородинского сражения 8 сентября. Утреннюю тишину пронзила артиллерийская канонада. Это был излюбленный прием Наполеона. Сначала пушки палят по позициям противника, а потом вперед выдвигается пехота и кавалерия. Французы сразу атаковали наши позиции у села Бородино. Его защищал егерский полк армии Барклая. Силы французов были велики.
Но и потерь у них было немало. Барклай приказал егерям отступить за реку Колычу и сжечь за собой мост. Одновременно французы обрушились на наш левый фланг. Их главной целью были семеновские флеши. Французы несколько раз атаковали русские позиции. Ожесточенные бои длились почти до полудня. 800 орудий грохотали, не переставая. Лица солдат были черны от пороха. Тела погибших воинов покрывали землю. Огонь русских артиллеристов не мог остановить вражескую лавину. И тогда Багратион приказал пехоте пойти в наступление. Начался жестокий рукопашный бой. Около часа длился этот ужасный поединок армий. Пешие, конные и артиллеристы обеих сторон бились с отчаянной храбростью. В решающей атаке русских осколок ядра ранил Багратиона в ногу, и он упал с лошади. По линии разнеслась весть о смерти главнокомандующего, и руки у солдат опустились. Армия Багратиона на левом фланге, истекая кровью, отступила. Но солдатам нужна была лишь небольшая передышка. Они готовы были драться до конца. Да уж, ребятушки, выпало нам сражение. Правильно писал поэт наш Михаил Юрьевич. Нуж был денек, сквозь дым летучий французы двинулись, как тучи, и все на наш редут. Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, все промелькнули перед нами, все побывали тут. Да, подождите, ребятушки, а вы знаете, кто такие уланы или драгуны? Почему одни со значками, другие с хвостами? Я вам сейчас расскажу. Драгуны появились в России еще при Петре Первом. Хотя первый драгунский полк был сформирован в Москве в 1631 году. Драгуны. Кавалеристы, способные вести бой в пешем строю. Основным их оружием был палаш и ружье фузея. Вот такое вот. Поначалу у драгун и мундир почти не отличался от пехотного. Да, ну, разве что носили они вместо башмаков с чулками высокие сапоги, ботфорты, с тупыми носами. А, ну, вот почти как у меня. А с этими сапогами, ой, вообще потеха. Ведь раньше в нашей армии сапоги были одинаковыми. Да, что на правую ногу, что на левую. Это считалось для того, чтобы, если, скажем, вот ночью по тревоге подымут солдата, чтобы он времени не терял. А почему драгуны с конскими хвостами? Да потому что на их касках был укреплен тугой пучок конских волос. Конский волос и форму военную украшал и защищал голову от сабельных ударов. Вот так-то. Такая вот броня. Ну, а уланы? Уланы были кавалеристами. От других конников они отличались головными уборами с квадратным верхом. Вот таким. И еще оружием. Кроме сабли и пистолета, у них еще была пика с флажком-флюгером на самом конце, на острие. Вот этот-то флажок и назывался значком. У каждого полка был значок своей расцветки. В момент стремительной атаки этот флажок пронзительно угрожающе гудел. Уже только этим одним можно было напугать противника. В Бородинском сражении пугать противника было уже поздно. Французы наседали на русские позиции все крепче. Сломив левый фланг Багратиона, Наполеон обрушил войска на центр, где стояла батарея Раевского. 400 французских орудий обстреливали наши позиции. Солдаты шли в атаку, гибли тысячами, но не сдавались.
Эх, Пушечка, сколько ты нас выручала. А, ну-ка. Ой, братцы, какой я вспомнил эпизод замечательный. А таких героических эпизодов были тысячи. Генерал Костенецкий, оказавшись на батарее Раевского, не испугался атаки наполеоновских улан. Схватил банник, ну, такую вот щетку, которой прочищают орудия, и бросился на врага. А силищ он был неимоверный. И вот, наверное, впервые в истории враг был отбит. Не снарядами пушечными, а щеткой пушечной. Батареи генерала Раевского грозил полный разгром. Позиции русских частей были завалены телами погибших солдат. Кутузов послал казаков атамана Платова и кавалеристов генерал-лейтенанта Уварова в тыл наполеоновской армии. Это помогло нашим артиллеристам организованно отступить. Тогда считать мы стали раны, товарищи считать. Хоть мы и сдали свои позиции и первыми отступили, а все-таки Наполеон не мог утверждать, что он выиграл это сражение, потому что мы показали ему, что сломить нас невозможно. Он даже писал потом, что русские имеют право называться непобедимыми. Эх, ребятушки! Много еще было боев в том 1812 году. Расскажу после. Забывать об этом нельзя. Да вот только пришло время прощаться мне сейчас с вами. Растите настоящими защитниками Отечества нашего. Дай вам Бог сил, а родителям вашим здоровья. Храни вас Господь.